Сюда! Это я, Лиандрос, дружелюбный минотавр в кустах. Не бойся, это не настоящий минотавр. Всего лишь я, Лиандрос. Ты здесь? Думал, ты не придешь. Я с тобой, Лиандрос. Что бы ни случилось, Амара будет гордиться своим... Вижу, ты все еще минотавр. В этой маске я смотрел в лицо опаснейшим воинам Греции. Правда, я должен был лишь отвлекать их своим устрашающим ревом и жестами, чтобы на них незаметно напали сзади. Но она придает мне храбрости. Похоже на то. Для меня честь сражаться плечом к плечу с легендарным минотавром. Да, да. Прекрати. Должно быть, ее держат в подземелье. Копыта и храбрость нам помогут. Но в крепости полно стражей. Как нам действовать? Тихо. Я прокрадусь внутрь. Оставайся пока здесь. И я могу красться. У тебя рога. Иди, я постараюсь отвлечь стражей. Где ваша честь, негодяй в масках? Зовет вас! Здесь опасно. Надеюсь, меня не заметят.
Нашел. Встретимся позже. Спасибо, спасибо, спасибо. Спас меня! Ну? Это что, Минотавр? Покажись. Отец? Ты Минотавр? Только не говори маме! Я ждала, ждала и... Ты ведь не собирался меня тут бросить? Ты просто думал, как меня спасти, да, папа? Конечно! Я бы тебя не бросил, просто... Надо было сперва кое-что найти. Те, кто похитили тебя, если ты слышала что-то, что поможет мне остановить их. Пока я притворялась спящей, их главарь говорил о встрече в Кидонии. Я записала все, о чем шептались люди в масках. Надеюсь, это тебе пригодится. Друг мой, мы возвращаемся к моей жене. Она ищет Амару в приюте воина. Идем с нами. Ведь наша семья вместе благодаря тебе. Прошу.
Амара! Амара, ты жива? Мама! Моя семья, это все ты? Спасибо Леандросу. Он ринулся в бой, хотя его и превосходили и в умении, и в одежде. Он храбро сражался. Твой муж совсем не трус. Значит, здесь все-таки есть герои? Никто никогда не получал приспевки. Деньги убитых Минотавром помещались в хранилище. Их становилось все больше. И вот, крохотная, но заслуженная их часть твоя. Спасибо за крохотную часть? Ну да, меньше налоги, меньше расходы, ну и вообще. На твой корабль будет доставлено все, Мисти. Ты заслужил. Ой, это тебе. Трус не заслуживает быть Минотавром. Держи. Лучшая похвала. В певке оставаться опасно. Спасение Амары не останется незамеченным. Нас захотят наказать. Но мы живы, и благодаря тебе у нас есть будущее. Удачи. Культ существует десятки лет и будет жить еще много веков. Чего тебе, старик? Я умираю. Я чувствую, смерть уже близко. Но прежде я должен кое-что сделать. Поможешь мне с последним желанием? Отдам тебе все деньги, что остались. Я не могу отказать старику. Что сделать? Я обещал жене отвезти ее в колыбель Зевса. Полюбоваться красными цветами. Это прекрасное место. Но она ушла к Харону до меня. Я так и не сделал этого.
всегда находились какие-то причины. Дети, война, что-то еще. Тебе было непросто. Ты делал, что мог. У тебя добрая душа. Но я обещал и не смог. Так что я должен сделать? Нарви для меня красных цветов на вершине горы Ида. И я возьму их с собой, когда отправлюсь в Аид. Отдам жене. Небольшой букет. Принеси его мне. Я буду ждать, Мисти, но времени мало. Понимаю. Ты должно быть Скопидом? Собиратель. Собираешь пыль, что ли? Я здесь из-за Минотавра. Я... Нет, я не могу. Ничего не знаю о Минотавре. Меня прислал Ардос. Сказал, ты что-то знаешь. Ардос? Мальчик? Не говорить с мальчиком. Мы обещали. Я пришел не ломать тебе кости, а поговорить. Ответишь на вопросы, и я уйду. Отвечу. Только вот правильного ты не задашь. Не будем играть в игры. Ладно. Тебе нужен доспех Тисея, который я продал в коллекцию в крепости. Думаю, мой доспех не хуже. Никеос думал, что у него лучший доспех в Греции. Он мог надеть доспех Тисея, но мне он подошел лучше. Минотавр ударил меня в грудь. Я выжил. А Никеос... Не будь как он. Надень доспех Тисея. Расскажи о мальчике. Сын Никиоса. Упрям. Негодник. Сын своего отца. Ты с теплотой вспоминаешь его, а говорить с ним не хочешь. А станет ли он слушать? Правда не защитит от всего Мистий. Ты продал доспех Тисея. У кого? У военачальников крепости. Там в пещере коллекция трофеев, а доспех — ее жемчужина. Расстаться с ним должно быть тяжело. Нет, просто. Броня могла спасти Никиоса, сохранить жизнь отцу мальчика. На доспех надел я. Он больше достоин. Это мучает меня. Мне хватает призраков. Дыши, собиратель. На этом все. Если доспех Тисея в крепости, я найду его. В доспехе Тисея больше частей. Мне удалось добыть лишь две из них. Но одну у меня украли. Если найдешь, забирай. Но если будешь отбирать его с боем, нанеси удар и от меня.
мести? Я узнал о гордонских законах, проходя Акуге. Вот и пещера. Мести? Для тебя есть... Что за работа? Работа опасна. Мы оба можем погибнуть. По-другому не бывает. Речь идет о власти. Я стану правителем Гортины, развязав войну. Война — это смерть и расходы. Я знаю цену. Война будет разрушительна, но это на благо Гортины. Что ты задумал? Я предводитель Буле, и после поражения в войне совет должен выбрать нового лидера. Им стану я. И тебе нужно срубить пару голов? Всего одну. Сюда прибыл посланник из Феста. Хочет заключить мир с Гортиной. Его смерть, без сомнений, приведет к войне между нами и Фестом. Что я получу? Тебе хорошо заплатят за работу. Значит, развяжем войну. Но мне нужно кое-что узнать. Прежде чем начнется война, нужно ослабить Гортину. Уничтожь припасы, выкради ценности и убей проклятого посланника. Где найти этого посланника? Этот вестник мира ночует в доме предводителя, а днем гуляет по Гортине. Убей его, и вину возложат на Гортину. Зачем нужно уничтожать припасы? С оружием и припасами из крепости Дедала Гортина может победить в войне. В крепости Дедала хранится немало ценностей. Если их выкрасть, Гортина ослабеет. Значит, развяжем войну. Ты ведь знаешь, что делаешь? Мы хорошо все продумали. Приходи, когда выполнишь работу. Вижу его. Мне есть что тебе предложить. Не хочешь ли открыть совместное дело? Я Мистий, и я не делюсь славой. Но вся слава достанется тебе. Я всего лишь предлагаю работу. Но о каком деле идет речь? Я делаю луки из редких материалов.
и мне заказали лук из самых лучших клыков. Мне нужны клыки рыси, львицы и акулы. Могу и тебе лук сделать, если ты мне поможешь. Я добуду клыки, если скажешь, где их найти. У акул, кстати, зубы, а не клыки. А, это мелочи. Клыкастый лук звучит лучше. Итак, вопросы? Не подскажешь мне, где водятся рыси? Конечно. К северу от Минойского капища, что на колыбели Зевса. Но учти, рыси злые. Львица? Здесь, на Крите? С этим нам крупно повезло. Одному богачу везут львицу по дороге из Феста в Гортину. Подскажешь, где найти акулу? В море, например. Бухта осьминогов. В той бухте полно зубастых тварей. Я их добуду. Спасибо тебе. Напомнить тебе, где искать эти острые прекрасные клыки. Я их добуду. Спасибо тебе. Что нужно? Покой и месть. Подаришь мне это, Мисти? Мы отдадим все, что у нас есть. Расскажи о случившемся. Последователи Ареса сжигают наши дома и приносят целые семьи в жертву. Эти малаки отравляют жизнь всем грекам. Они должны страдать, как мы, чтобы живые смогли обрести покой, а мертвые были отомщены. Мы с копьем поможем. Спасибо. Ты не представляешь, как это важно для нас. Скажи, где прячутся последователи. Последователи Ареса живут в пещерах среди гор колыбели Зевса. Я выгоню их. Уходи, и ты не пострадаешь. Лучше мне уйти. Здесь. Ugh.
Huh?
Напомнить тебе, где искать эти острые, прекрасные клыки? Я их дам спать. Я стану сыном космоса. Культ, моя семья. Твое объявление было на доске. Что случилось? Я должна отнести травы ученику Гиппократа, но дорога слишком опасна. Мы с Гиппократом друзья. Я могу помочь. Да благословит тебя Аполлон. Лекарь живет недалеко, но в тех местах рыскают волки. То есть мне необходимо отнести это лекарю? Конечно. Как будет здесь, заплачу тебе за работу. Я возьмусь за это. Боги прислали тебя не случайно. Да хранят тебя Мойры. А?
Травница просила передать вот это. А, как раз то, что нужно. А вот и награда. Эти рыбаки должны... Слышал, ты ищешь одну рыбу? Да, рыбу-меч. Надеюсь, знаешь, что тебя ждет. Он жесток. Чихнешь, а он тебе нос отрежет. Стоит упомянуть его имя, и все вздрагивают. Он подчинил себе Гераклеон и всех жителей. Где он? Его давно никто не видел. Ходит слух, что он правит Гераклеоном из подземного убежища. Это смешно. Все, что знаю, Мистий. Почему ты говоришь со мной, раз он так опасен? Я стар. Я устал кланяться и платить налог. Если убьешь его, всем станет лучше. Больше ты ничего не скажешь. У меня приказ. Всякий, кто говорит о рыбе меч, умирает. Убийство другого Ah!
боги! Что тут происходит? Рыба-меч. Деймос, я ждал тебя. Ты, пес культа, пришел укусить? Я уничтожу тебя, рыба-меч. Думаешь, я не готовился к этому дню? Я здесь из-за... Я не вернусь! Я туда не пойду! Плевать, что я в долгу у культа. С меня хватит! Хочешь артефакт? Иди сам! Если уж культист, то это навсегда. Что тебе от меня нужно, Деймос? Ответы. И ты мне их дашь. Что там случилось? Что привело тебя к этому? Минотавр случился! Мне повезло! А вот Никиосу... Культ космоса обещал мне все, но не это. Как ты здесь очутился? Прячусь среди отбросов. Не от них. Показываться мне нельзя. Но Гераклион все еще мой. И рыба, и все жители. Безумец. Как ты попал в лабиринт? У Никиоса был ключ. Он вставил его в стелу. Тебе туда нельзя. Он убьет тебя. Вырвется и убьет всех! Ты меня недооцениваешь. Так говорила Никиос! Ура! Кормлю тебя, акула! Так уж он и хорош. При
приглядись и найдешь деньги, где захочешь. Все, что нужно, уметь убеждать. Сломленный, терзаемый Минотавром до самого конца.
Thank you.